Привет, дорогие друзья, меня зовут Сергей Лав, вновь Legend of Grimrock, Meditation Spire, точка такая. Я надеюсь, я помню все секреты в руинах Дизаруна, потому что эта локация огромна, она просто огромна. И смогу вам показать ее быстренько и качественненько. На самом деле кнопок здесь не так много, здесь куда более интересные секретики. Вот уже появляется первый холодный элементаль, и именно для него нам пригодится то ожерелье. Колечечко. Мне, кстати, Secret Sniffer дали ачивку. Видимо, я то, что много нашел. Мост пропал. Ну, колечко, что оно там дает? Резист шока и крит шанс плюс 3. Протекшн и силы. Я думаю, Лизе отдам крит шанс, потому что я начал криты качать. А вот защиту и силу отдадим задроту, потому что ему баклер на уворот нафиг не нужен, по сути дела. А вот Волта как раз-таки собирает подобное. Блин, как быстро начали грибы разрастаться в инвентаре. Так, внизу есть что-то? Внизу, по-моему, здесь ничего нету. Там была дверка с ручкой. И здесь у нас... Так, ага, отсюда пришел. Ну, локация реально очень большая. Вы сами увидите все. Я думаю, она даже на несколько серий потянет, потому что я не успею пройти большое количество противников, убить и все собрать. Блин, Лиза голодает. У Лизы больше всего жрачки. Как она может голодать? Так, здесь я ничего не упустил. Ага, ничего, нормально. Идем. Кстати, здесь странных тупиков тоже хватает. Кстати, вот здесь есть, да, Skyway мост. Ну, в общем-то, небесный мост, можно сказать так. Когда мы нажимаем кнопочку, он загорается. И здесь с ним связан один баг, кстати, я вам сразу его скажу. Не используйте на нем камни. По крайней мере, в текущей версии камни не работают. Точнее, они некорректно работают. И я чуть позже вам скажу, как было бы прикольнее бы, если бы это был не баг. Так, здесь у нас ждут ребята веселые. Ну как веселые? Они сейчас будут быстро мертвыми. То есть это веселье от них никакого. Это чисто фарм халявный. Это так, это затравочка. Ребят, эти противники не усыпляют вашу бдительность в этой пещере. Уж поверьте мне. Так, здесь еще одни ребята. Ну давайте их зачистим, что нет там. Главное не забыть все секреты в голове держать. Ё-моё. Быстро их. Все, просто заанигилировал. Порвал их, порвал на клочья. И последнего добиваем. Один цветок здесь в этой комнате, кстати. И... кинжал такой, ну, в общем, для тех, кто использует какого-нибудь вора, кто с ловкостью играет. Ну вот Волтера он нафиг не нужен, потому что тут еще лайтвепа накачать. Если тот кинжал, который я изначально использую, кстати, концентрацию тоже требует. Ну, оставим, может быть. То есть я в руках у него кинжальчик был, вот этот вот. Он ничего не требует, то есть никаких там лайтвепонов, поэтому я его использовал. А сейчас ему качать не имеет смысла, как по мне. И там больше ничего нет в том тупичке. Очень-очень странная локация. И здесь таких локаций, ребят, будет приличное количество. Что вроде бы... Ну должно же быть здесь что-то еще. А вот нету. Так, здесь... И здесь такая же фигня. Вот должно же быть что-то. Но нет. И кнопочек внизу нету, какие можно было бы нажать. Ладно, идем дальше. Главное бдительность свою не усыплять до конца. Так, и элементаль, дверка открылась не там. А вот где-то... Где она открылась-то? Лол. Где-то, в общем, элементаль вылетел из своей конуры. То, что я ему рычаг дернул, но не здесь. Окей, ладно. Буду плутать дальше. Откастую фаербол, потому что он мне мешает. Открылась, по-моему, дверь, где я его в самый первый раз видел. Так, стоп, не сюда. Где, вот когда он за решеткой был, вот именно там место-то и открылось. Такое тоже небольшое тролльство разработчиков. Здесь мне в любом случае сейчас не пройти, мне нужен ключ дальше. Потому что, вот смотрите, отсюда не видно. Здесь, кстати, тоже ничего нету. Вот отсюда тоже не видно. Вот там вот есть скважина замочена, ее снизу хорошо видно. И этот мост бессмысленно пытаться решить эту головоломку с мостом, пока у вас нет ключа. Поэтому мне его и надо добыть. Где я заплутал? Ай, блин, он спустился вниз. Вот где я заплутал. Здесь был проход, который я почему-то проигнорировал в конце, в итоге. В ямке. Я тебе как заряжу. Вот так вот, в харю. Куда ты? Стоять! И фаербольчик у тебя, блин, больно коцает. Очень больно коцает. С ним лучше танцевать, конечно. Все, готов. Но я по хардкору в лицо его убил. Ну, видите, я уже прокачанный, у меня шмотки есть. Блин, задрот заголодал. Задрот, ну съешь что-нибудь, вон тапки съешь. Они из кожи, они питательные. Так, нормально.
То есть, если вы сюда сначала пойдете без шмоток каких-то, вот без сильных топоров, без мечиков костяных, тут, конечно, вам будет, ну, не то чтобы прям очень комфортно, вы можете умирать, вам придется слишком долго танцевать, а это не прикольно. Поэтому в эту локацию лучше как раз-таки идти уже после зачистки болот, когда у вас шмотки есть, убиты боссы, ну, тут секретный босс убит, и что-то еще там. А, с кладбища у вас мечик есть. И здесь у нас появляется заклинание, заклинание Шок Шилда. На самом деле он нафиг не нужно, как по мне. Вот так оно кастуется, но у меня магии нету. Правильно я кастовал? Там оно не соединено в конце? А, не соединено. Но магии у меня нет. Зато я могу огнищит себе кастовать. Да, кстати, вот и ключик, который мне нужен. И я думаю, что все щиты кастуются вот таким кружком. Но у меня просто каких-то магий нет. Огонь-то у меня прокачан, а все остальное нет. Там наверняка нужно там... О! Смотрите, патроны пропустил. Наверняка там нужно типа 3-4 уровня, чтобы все это кастовать. Ну, все щиты, зачем они, правда, нужны, не знаю. Но, может быть, стоит в троечку вкачать чисто, чтобы вот именно щитами пользоваться. Итак, как же проходит этот мост? Ну, в принципе, догадаться несложно. Нужно сбрасывать... Стоп, мечи тоже не работают? Да ладно. Нужно сбрасывать предметы сверху, чтобы... Сначала заходите сюда и дальше продвигаетесь. Но вот видите, баг. Мостик есть... А я проваливаюсь сквозь него. Это именно баг. И вот здесь я говорил, что спойлер. Логично было бы сделать разработчикам в зависимости от веса суммарно. Допустим, если персонажи загружены больше, чем на 50%, то они пройти не могут. А если загружены меньше, чем на 50%, то могут. Вот это было бы прикольно. Вот, видите, я кинул гранату, и все проходит. То есть, это баг связан с тем, что когда вы наступаете на клеточку, где лежит там камень или ножик, который метательный, и он автоматически поднимается. И здесь, видимо, игра ошибочно его поднимает вам. Этот предмет, то есть когда вы еще над ним находитесь, то есть на другой клеточке, и соответственно по игровой механике этот ну, кнопка отжимается тут же и вы проваливаетесь. Вот в чем баг заключается. Пофиксит наверняка разработчики это, но не знаю когда. Так, стоп, рано я радуюсь, мне еще дальше идти. Заговорился с вами про баги. Ну, потом, ребята, я заберу все эти гранаты, тем более я ими все равно почему-то не пользуюсь, вроде и так проходится, зачем они мне. Так, секретки я не пропускаю, ничего не забываю. Так, ага, вон там уже есть кристалл сохранения, кстати, немножко еды пополняем, не то чтобы дефицит. Вон, видите, отсюда уже он открытый. Вот это шоткарт, ребят, то есть туда можно провалиться, но не нужно туда проваливаться, там нечего делать. Там одна травушка абсолютно бессмысленная. Так, куда рецептик делся? Кстати, вот только здесь вы узнаете рецепт света. То есть, если вы проходите в информационном вакууме, то есть вы не спойлерите себе ничего, сами лишь узнаете какую-то информацию из игры, то вот только сейчас вы бы узнали это заклинание. Ну или из первой части игры каким-нибудь образом бы вспомнили или случайно бы натыкали. Там нужна всего лишь концентрация 2. О, привет. Черт, свалил опять от нас. Какой он все-таки неприветливый. Так, давайте здесь сразу нажмем кнопочку. Чем-нибудь таким бесполезным бы ее надо нажать, если честно. Мешком, может быть, лишним. А, точно. Шапкой. Эта шапка абсолютно бесполезна для меня, потому что сейчас будет другая. Найдем мы тут другую броню, спускаемся вниз, и здесь головоломка. Ну, пока что там она такая не то чтобы головоломистая, опять же, она очень простая. Главное не мудрить и слушать все то, что вам говорят. Использовать логику. Здесь кнопка, нажимаем ее. Здесь типа секретка такая открывается, но в ней ничего вы не найдете полезного. Здесь всего лишь подсказка. Где свиток-то, ёпрсте. Вот. Follow the light. Следуй за светом. Вы чуть позже поймете, что это значит и за каким же светом нужно следовать. Так, тихо. Нужный гриб. Пусть размножаются там в слотиках у моих. И здесь, что здесь есть? Здесь есть три слота. Стрелы, они тоже нафиг не нужны. И есть паук. Когда нажимаешь на кнопку, паук телепортируется наверх. Ну, это можно методом проб и ошибок понять, что он телепортируется наверх. То есть нажал, он куда-то улетел, наверх прибежал, ага, паук здесь. И там есть три дырки, которые я и нажал. Если вы нажмете кнопочку сразу положите на нее что-то, паук всегда будет появляться вот в нужной вам клеточке. Но вы можете туда подняться, и паук будет просто бегать туда-сюда, вам придется тогда еще ловить тот момент, когда он будет по центру, чтобы нажать кнопку. Ну, лучше сразу просто нажать. И здесь у нас есть... 3 из 5 кнопок, как видите, они подсветились светом. И вот подсказка Follow the Light используется именно здесь. Нужно следовать за светом. Соответственно, нужно логичнее всего догадаться, что вот нужно сюда предметы бросать именно в те слоты, где свет есть. Тан-тан. И...
И ничего не произошло, я не понял. А, вот, все, произошло. Дверка открылась. Как видите, задачка простая. В принципе, на ней можно затупить. Блин, да что ж такое? Когда нажимаешь поворот, автоматически спускается или поднимается. Но это еще не все, ребят. Самое интересное, что здесь открывается секреточка. Очень-очень нужная, очень полезная секреточка. Ее можно проигнорировать. Но здесь виден шлем будет отсюда, поэтому спуститься и проверить, не появился ли шлем, для нас очень будет важно. Protection плюс 8. Нет, это не тот шлем. Лол. Protection плюс 12. Вот что мне нужно. Вот ради чего я сюда спускался. Вот ради чего я качал тяжелую броню. Кстати, шлем плюс 8. Я не знаю. Вряд ли кто-то будет у меня хэвики еще носить. Так что его, возможно, можно выкинуть уже, чтобы он место просто не занимал. А вот этот вот Evasion плюс Protection кого-то может... Волтеру. Хотя у Волтера роговский комплект, у Лизы Protection 4, но... Кстати, да, можно Лизе отдать этот комплект уже, в принципе. Она же может легкие броню носить. Так. Да, Evasion у меня не штрафуется абсолютно. Потому что я качал. Все по плану, все по уму сделано. А плюс 4 можно выложить. Он не нужен. Так, и здесь что у нас здесь? Здесь где-то есть секреточка. Да, вот она. Секреточкой. Что она там открывает, я не помню. Черт, ребят, я правда забыл, что она открывает. Ага. Вот. Вот секрет. Помните, в самом начале мы видели эту шмотку через решеточку. И это вот именно она. Опять же, о ней можно знать, но ее можно пропустить, и это тоже тяжелая броня. Как видите, плюс 12 протекшена. Правда, у Лизы шмоточка получше, 8 протекшена и резиста плюс 5. Так что я даже не знаю, стоит ли хранить этот предмет, на какой фиг он мне может потребоваться. Но я оставлю, наверное, его все-таки. Вдруг там комплектик еще найду, какой-то предметик из комплекта. Кстати, кирку забыл проверить в лесах. Так, 9.27. Этот топор мне тоже, по идее, не нужен. И кирка не нужна. Ну, сложу, пусть есть они у меня. Лиза уже 123 килограмма может таскать. 50, 40, 60. А Лиза 123. Это прикольно. Так, идем дальше. Пока что секретики собирались мной успешно. Здесь тоже есть секретик. Как видите, если болото, они пусты на секреты. В принципе, там вот вы ходите, ходите, и ничего, и тут ничего, и там ничего, и здесь ничего, и кнопочек нету, и ничего нету, то вот руины Дизарун, они просто пестрят этими секретами, и мне сейчас надо бы сохраниться. Почему? Потому что секрет будет жесткий. Он будет очень жесткий. Сохраняюсь. Я даже не уверен, что я смогу его пройти с первого раза. Вот казалось бы, ничего нету, на столбах тоже никаких кнопок нет, вообще пустотень. Абсолютно пустотень. Но помните тот секрет, где нужно было постоять, и череп открылся бы? Вот здесь, в принципе, то же самое. То есть, если там вы знакомитесь с этой механикой, ну, там, очевидно, есть кнопка, есть подсказка. А вот и пошло дело. Кстати, здесь свиток лежит. Валим-ка мы отсюда. Secret found, как видите, мне сообщили, что секрет найден. И сейчас начнется боль. Начнется боль. Вот почему я сказал, что я не уверен, что я смогу пройти этот секрет сразу. Потому что, ну, дрючат с двух сторон. И это еще не все. Game over. И попытка номер два. В этот раз я попробую спрыгнуть вниз, чтобы поодиночке их как-то выцепить. Не зря здесь сделан вот этот каньон, грубо говоря. Наверняка оба они не станут сразу сюда спрыгивать. И здесь можно будет с ними потанцевать. Валим, валим, валим. Блин, я все расслабил. Плюху. Ладно. Ай-ай-ай-ай. Есть, увернулся. Второй, кстати, по-моему, не успел сюда прибежать. Убегаем, убегаем, убегаем. Отлично, отлично. И продолжаем танец, продолжаем танец. Получай. 111 крит влетел. Out of energy. Черт, это плохо, это плохо. Это плохо, что у меня там кинжалы выбраны. Лол. Есть, 500 опыта. Окей, сохраняемся, обузим F5. Как только... можно. Дашь он мне отдохнуть или спрыгнет все-таки вниз и начнет портить мне атмосферу здесь? Отлично, он спрыгнул, но не с той стороны. Не успел меня найти. Попробую его просто задрючить. Все, просто смотрите-ка. Умер. А, там еще третий! Лол! Вот видите, это место сложное, оно секретное и сложное. Если вы играете без сохранений, стойте, надо что-нибудь сожрать, то вы, конечно же, здесь начнете страдать. Вам придется прибегать сюда не раз и не два, возможно, пока вы не найдете логику. Блин. Я логику нашел, но я сейчас буду страдать.
У Лизы уже здоровья нет. Специалист дали ачивку. И Лиза, еще один сильный удар, давай. Добей ты, добей. У Волтера... Out of energy. Мисы. Да ёбарс это, ёбарс это. Ай, ну... Это так глупо просто вот тут умереть. Ему осталось один удар. Все, вот один был сделать фаербол, лол. И вроде бы я справился. Есть. Ну, не говори гоп, пока не перепрыгнешь, конечно, но я близок к тому, чтобы пройти этого босса. Много попыток спустя, причем, ребят, я здесь просто люто запоролся, я не знаю как, но запарывался раз от раза, не получалось у меня их развести таким образом, чтобы по одному они меня постоянно зажимали, раз за разом, меня просто поджимали и поджимали. С двух сторон их нереально, они просто такой дэмэдж наносят, ребята, вы улетаете с их чиха просто с двух сторон. Так, ну что ж, сохранюсь. На самом деле минут 10 здесь ковырялся, вот если бы без сохранения играл, конечно же, пришлось бы намного все вывереннее делать, чем так грязно вот через сейвы. Ну да ладно. И я даже не знаю, что за секретка здесь открылась, если честно, вот с этих ребятишек. Серьезно, то есть что-то открылось, где-то что-то открылось. А я еще ни разу не проходил. Dispel, shoot array, the damage elementals. The damage elementals. Это, то есть, вот этот урон против элементалей, заклинание здесь. То есть, мне нужна водная магия, я смогу их всех дербанить вот этой вот суперзмейкой. Суперзмейка, блин. Так, здесь, что у нас здесь? Вообще здесь какой-то тупик образовался, если честно. А, я понял, ребят. Я, это другое место, судя по всему, вообще. Хотя нет, вроде та же локация. То есть каким-то образом я сюда попал, вы видите, локация просто не связанная ни с чем другим рядом. Это не может быть. То есть откуда я бы откуда-то должен был прийти, но все переходы, которые здесь есть, они закрыты. Что говорит о том, что я, скорее всего, в какой-то другом месте, в другом месте нахожусь сейчас. Ну, либо меня троллит игра. Так, будем смотреть, что я здесь найду. Это цветочек. Аленький. А нет, это нифига не цветочек. Это у нас полное восстановление всех. Да, это отличный кристалл. Квити, второй кристалл за всю игру. Пока что я нашел такой. И надобности-то нету в нем. Я и так через F5 все прохожу. Гранаты дополнительные. Еда, по-моему, нет, нифига. На полу и все, здесь больше ничего нету. Ну это странно. Это странно и абсурдно, если здесь ничего не будет. И здесь есть два пути. Не знаю, как, что-то я не нашел логику, почему карта у меня закрыта. То есть как будто... Я еще нигде не был. О-о-о-о-о. Вот оно. Вот оно ради чего, ребят, стоило здесь ковыряться. Так, перегруз у меня сейчас. Я еще кнопочки посмотрю. Просто, я же говорю, я еще не проходил весь этот данжен целиком. То есть я в общем и целом представляю, что здесь. Но только в общем и целом. И еще один путь. Наверное, это уже выход. Плюс 12 протекшн. Это куда лучше, чем какая-то ерунда. Вот видите, уже почти что фулл плейтовый у нас задрот стал. Кстати, он еще и левел-лапнулся сейчас, мы его обрадуем. Я думаю, что опять же, вот эта вот кожаная хрень мне не потребуется. Она не комплектовая, не интересная абсолютно. Так, что взять за дроту, коли он уже арморный такой стал у нас. Просто смотрите, когда вы прокачиваете армор, у вас 5% получается за каждый вот армор. Соответственно, чем больше у вас брони на самой броне, тем больше бонус вот этот вот ношение брони становится. А у ворот он ни к чему не он не увеличивается, ни от чего. Я думаю, вы поняли мою мысль. Так, криты или меткость взять, или хэвика. Давайте хэви, наверное, докачаем. Ну, дэмэджи все-таки как-никак. А там уже будем криты тоже начнем качать. Просто теперь я могу таскать тяжелое вооружение непосредственно, ну, двуручное тяжелое вооружение в одной руке. То есть двуручка и щит. Так, отлично, это пятый череп уже у меня. Ну, быстро-быстро черепа у меня собираются. Так, 5 черепов есть, это целых 2-5 урона. Колоссальный прирост дэмэджа. Так, а как отсюда выбраться-то, лол? Чуваки, выпустите меня. Здесь больше нет других путей. Это тупиковый лабиринт, вы видите сами. Ничего нету, никаких выходов и входов. Как сюда я попал? ХЗ. И, кстати, по карте эта локация называется Архивы, куда нам нужно попасть. Я вот только что вот здесь стоял, а сейчас уже я стою в руинах Дизарона. Где я? Вот он я.
Видите, эта точка, она не просто закрывает, открывает вам двери куда-либо, она вас переносит вообще в другую, в другие пещеры. То есть вы можете очень долго наверняка там в этих в архивах ломать голову, как же попасть сюда, в эту часть локации. Оказывается, вон оно как, через руины Дизарона. Классно. Опять же, огромное спасибо разрабам за такой левел дизайн, он потрясающий. Сюрикены нам не нафиг не нужны. Щит, вот этот щит, который мы получаем в кэше, на кой фиг его нужно там брать, я не знаю, опять же, видите, 6 у ворота, при том, что на болотах можно найти 4 у ворота, разница минимальная. Возьмем с собой, оставим, вдруг кому-то щит пригодится, оставим, пусть лежит. Задрот может таскать с собой предметы, и здесь есть где-то секретик, опять же, я пока что не буду дергать рычажочек волшебный, который выпустит этих крабов, они очень жесткие, я вам скажу, могут убить тоже запросто с одного тычка. Сейчас я найду этот секрет. Вот он, наконец-то, я же говорил, если прям вот 100% не знать, где он находится, вы будете блуждать и колесить. Попадаем мы в очень интересную локацию. Здесь, кстати, тоже есть кнопочка на случай, видите, дверка, она закрывается по времени. С того места, где вы нажимаете кнопку, не слышен звук открытия стены. Но если вы побежите вперед, то вы, конечно же, найдете это место, и изнутри вам уже выбраться не составит труда. Кстати, эта кнопка еще и каким-то образом откуда-то выпускает краба, насколько я помню. Но что-то его не видно. То есть там есть краб, который вот прям... О, отравили. Отравили. Ну, я могу чуть-чуть здоровье хоть восстановить. Где-то этот краб мне покоя не будет давать, ребят. Именно после нажатия кнопочки он появляется в этой локации. Антидот нужно выпить. Отлично, нормально. Где ты? Краб, краб, крабсти краб. Или как они там? Серьезно, что-то нету. Там их двое, это понятно. Но вот после нажатия кнопочки он часто здесь появляется. И может вам, блин, очень больно навалять. Он жесткий. Но что-то не вижу я его. Почему-то не знаю. Я, точнее, скажем, даже так, я не уверен, откуда он прибегает. То есть, есть догадка, что он прибегает вот с... после нажатия кнопки, но 100% гарантии нету. Здесь вот ямка, и ничего в ямке тоже нету. Может быть, есть секретка, может быть, нет секретки. Ну, то есть, опять же, какая-нибудь стена вдруг открывается с какого-то другого рычага, и нужно сюда прибежать после того, как вы пройдете всю пещеру уже. Так, а вот, кстати, свиток тьмы. Ну, с той стороны лежит свиток света, с этой стороны свиток тьмы. На кой фиг он мне нужен, я не знаю. Зато здесь можно закрыть вот этот шорткат. Ну, то есть, точнее, его закрыть люк, открыть шорткат. Как выдернуть шнур... выдавить стекло. И как он работает, этот свиток тьмы? Так, пам-пам, и становится вообще ничего не видать. На кой фиг мне это заклинание нужно? Я не знаю, ребят. Вообще не знаю. Вот свет полезен. И здесь есть каменный топор. Вот его я еще не брал, опять же. И буду обузить F5. Вау, ребят, вот это реальный топор. Вот почему я говорил, не открывайте кэш, там мусор, тот мусор вы сами можете легко найти. То есть вы сможете найти шмотки, которые в принципе точно такие же, что и в кэше. А вот найти такой топор, 14.33 урона, смотрите, насколько он увеличивает. На 10.30 фактически, на 10.25 урон увеличивается. Плюс его вот эта обилка 40 энергии стоит, но зато делает... три удара быстрых, которые с высокой точностью, с смертельной точностью наносятся. Это потрясающий топор, ребят. Так, я заплутал. А, нет, там есть еще проход, куда я не ходил. Но пещера большая, я же страдаю, ребят, топографическим кретинизмом. Я в памяти очень тяжело удерживаю карту. Ну, очень тяжело, поэтому я плутаю постоянно. Хорошо, что я еще секреты какие-никакие помню. Ага. Интересное местечко здесь есть. Тут есть ключи, есть что-то классное в этих комнатушках. И здесь есть развилка. Можно пойти направо, можно пойти налево. И там, ребят, вас ждет такая небольшая жопа. Кстати, здесь есть заваленный путь. Он говорит, что Hamlet of Thornbridge за этой местностью находится. Соответственно, вам туда нужно попасть другим путем. Ну, точно не через этот. Не через этот путь. Я сейчас предпочту, наверное, открыть вот эту часть локации, которую я еще не открыл, где эти крабоны бегают. Крабуни бегают. Но, ребят, я думаю, я сделаю это уже в следующей серии, чтобы не затягивать, чтобы сохранять интригу. Есть еще места. То есть, я думаю, в следующей серии мы допройдем Дезаруну полностью. Я тем более, что не совсем еще знаю все секреты в этой локации, в этой, какие они есть, и как там лучше грамотно проходить. Я только частично знаю, и чтобы видео не выглядело, как я туплю по 3 часа, мне нужно попроходить самому изначально, чтобы лучше знать донжон, куда бежать, кого как убивать. Вот он, черт возьми! Не дай бог сейчас убьют. Лол. Лол. Лол.
Вот, я же говорю, он откуда-то прибегает. А в этот раз он вон где бродит. Я не знаю, откуда он прибегает, ребят, если вы в курсах. Где же он спавнится после нажатия той кнопочки? То есть наверняка же открывается какая-то дверка. Раз он из нее, раз он выбегает. Значит, сейчас опробуем супермечик. Офиген, от бога просто, ты воин, от бога. Я тебе говорю, три удара, дедли меткость, один промах был. Два по одному урона нанес, просто вообще, имба мечик, конечно же. Всем советую, блин, он не в ту сторону пополз. Танцуем. Ну ладно, он все равно хороший. Танцуем. Все танцуют локтями. Очень смертельный противник. Кстати, этот противник из первой части, кто проходил, тут наверняка вспомнил этого крабика. И там они были такие же плотные, в принципе, как и здесь. За них много опыта должны дать. Блин. Есть. 450 опыта дали за крабика, а там, представьте, за той решеткой их два. Здесь одного-то хрен завалишь. Так что там, ну, то есть, опять же, если вы играете без сохранений, это место идеальное для того, чтобы рипнуться. Ну, вы можете не подозревать, что эти крабики такие жесткие, такие страшные. Поэтому я и говорил, что в Дезаруну идти, когда вы еще не прошли болото, нет смысла. У вас нет шмота, нет опыта, нет уровней. Вот, ну, на этом, ребят, я буду с вами уже прощаться. Пишите больше комментариев, если вам нравится Legend of Grimrock в моем исполнении, второй, естественно. Ставьте больше лайков, если хотите продолжение прохождения и с вебочкой, и со всем. А в следующий раз мы будем знакомиться вот с этими раками, тащить мид. Я надеюсь, мы увидимся в следующей серии.